Вот, соскочили с Бурана с полосвета. Долгожданно вспомнили, что надо снять видео. На дорогу. Сейчас будем пропытка номер два. Ну, Танечка дал лопату поковырять. Еще метров 20 до места. Сейчас будем попробовать не вытащить. Таскает нас сегодня вообще ужасно. Уже на нас наорали. Короче, без руки мы, без ноги. Все, сейчас будем протаптывать опять дорожку. Вальдемар, давай протаптывай дорогу. Я тут вам, видите, по поиску снегу вообще проваливаешься. Да снимай. Я уже тут. Ну, видишь, там он буксует. Там повис. Thank you.
полезли. Вот это вообще лучше делать. Ты что-то наездник. Наездник вообще капец. Кого спасать? Вальдемара Лесника Котова. И сейчас Дима. Что ты там не можешь делать? Шлемом на кухне. Могу. Поняла. Веревку беру в сторону, убираю. Сейчас. Ну, в общем, время ближе к вечеру. Конечно, очень снежная зима в этом году. Короче, наш снегоход засел в яме, еще и перегрелся двигателем. Мы решили плюнуть спирт, чистый спирт медицинский на коньячных. Наговори сейчас чистый спирт. На дубовых бруньках. Вот. Решили его угоститься. Короче, маленький привал, все равно минут 20, пока двигатель не остынет.